Я приветствую зрителей, гостей и друзей канала Серебромания. Сегодня у нас на обзоре интересная монета от острова Ниуэ, $2 2021 года. Монета эта серебряная, 1-унцовая, вес 31,1 грамм, серебро 999 пробы. На монете изображен чешский лев, и это одна из лучших монет этой серии. Сама серия в целом мне не очень нравилась, но вот эта монета, я бы сказал, одна из лучших вообще чешских монет. Очень красиво, очень интересно, очень необычно на ней выглядит лев. Очень красиво его сделали, нарисовали, отчеканили, смотрится монета. На видео хорошо, но вживую она смотрится еще лучше, и видео даже не передает блеска и качества этой монеты. Расскажу еще малоизвестную, но очень интересную подробность. Монету эту сделал медальер Азамат Болтаев. Это наш соотечественник из России. Он из Чувашии приехал учиться в Чехии на медальера, но я так понимаю, тут и остался, потому что он уже тут давно, и многие монеты им сделаны на разных конкурсах, в том числе и вот такие, как вот этот лев. То есть он занимается, я так понимаю, производством монет и медалей в Чехии. Есть его страничка ВКонтакте, есть его страничка на Фейсбуке. Кому интересно, может пойти поискать его и познакомиться с его творчеством. Мне показалась эта подробность действительно достойной внимания, потому что не так часто наши соотечественники за рубежом создают какие-нибудь монеты и медали. Значит, теперь дальше перейдем к тому, что поставляются эти монеты. Чешский лев 2021 год, серебро 999 пробы. Спайки на 25 монет, сейчас вы ее видите на экране. Вот так вот выглядит это. Туба, она просто, монеты просто завернуты, но не обольщайтесь, монеты внутри не шевелятся, они как-то между собой почти как склеены и плотно держатся, то есть они не болтаются и не царапаются, их надо как будто бы, ну типа как отламывать. По крайней мере, мне попалась такая туба, я ее когда начал разбирать, монеты пришлось, ну, одну за другой откалывать от общей тубы, то есть они так вот кончиками или концами друг за друга держатся. В общем, вот такая необычная подробность про эти монеты и про то, как их продают. Тираж монеты достаточно противоречивый и непонятно, то ли их около 8000 штук, то ли больше, но в любом случае тираж не очень большой, поэтому кто хочет купить, покупать надо сейчас, потому что позже будет это все дороже. Эта монета, по крайней мере, перспективная. Эта серия была не очень удачная, ее плохо покупали и раскупали. Как только вышла эта монета, начали покупать всю серию. То есть эта монета за собой потащила всю серию. Все теперь хотят полную серию этих монет «Чешский лев». На первую монету из этой серии цена сильно поднялась. И теперь напоминаю, у нас 1000 подписчиков, и скоро будем разыгрывать золотую монету. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить такую интересную и классную новость. Я думаю, не часто золотые монеты разыгрываются среди подписчиков. У нас 1000 подписчиков, и мы скоро разыграем золотую монету. Попрошу поставить лайк и оставить комментарий к этому видео. Кого интересует монета, обращаемся ко мне по данным ниже. Либо в описании канала, либо в описании видео. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания.